Региональное следственное управление просит родителей во время школьных каникул внимательнее смотреть за детьми. За первые две недели июня в Ивановской области погибли двое несовершеннолетних. Местонахождение еще одного ребенка устанавливается. В Фурмановском районе 15-летний подросток попал под поезд. В Шуйском районе утонул 6-летний мальчик. Стоит отметить, что малыш купался в компании несовершеннолетних. Товарищи не проследили за купальщиком, в итоге тело утонувшего из реки извлекали водолазы. Аналогичная ситуация произошла в селе Песцово. 16 июня 17-летний подросток отправился купаться на местный пруд. Одежду его позже обнаружили на берегу водоема. А вот самого мальчика до сих пор найти не могут. Следователи не исключают, что ребенок утонул.